Так, друзья, меня зовут Катя. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все три канала на данной платформе. И там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Мы сейчас находимся, я нахожусь в Риме, в отеле «Конгресс». Здесь проходит конгресс профессора Алессандро Меруцци. И известный ученый, психиатр, криминолог. И, в общем-то, приехал сюда бывший мэр города Рима Алемано, Джанни Алемано. И те мои подписчики, которые следят за моим каналом, вы знаете, я записывала сюжет перед этим. Очень мы не хотели этого, чтобы он приезжал. Но ситуация такая, что все вот эти вот политики, которые сейчас сидят на скамейке запасных, их периодически вынимают для того, чтобы вот они внедрялись в подобные мероприятия. О чем мы говорим здесь? Значит, основная тема – это вот эти вот ложечки за маму, за папу, за дедушку, что это все было абсолютно незаконно. Ну и, конечно, что Италия находится под оккупацией. Об этом тоже говорится. Ну, в общем-то, приехал тот самый Алемано, а у него что-то на днях еще вот выяснилось, облику Деди Мора ему дали. То есть запрет, он не может выходить из дома, по-моему, до 7 часов утра, только после 7 часов утра, и там должен быть дома после 7 часов вечера. За коррупцию его наказали таким вот образом. То есть он под судом находится, ему дали год и 10 месяцев социальных работ бывшему мэру за коррупцию. Ну и вот я вам покажу, значит, сейчас видеоряд. Он выступал на этом конгрессе, говорил, что Италию надо обязательно освобождать, что политики у нас все не те. Вот. Ну, понятно, на мой взгляд, засланный казачок. А потом, в общем-то, я подняла руку, сказала, я хочу выступить. У меня тоже имеются вопросы. Вот только что, говорю, выступал Алемано, он уже ушел. Так вот я, поскольку являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я помню, что когда он стал мэром, у нас Рим стал грязным. До этого он не был до такой степени грязный. Он не в состоянии был построить даже туалеты для туристов. Если он не в состоянии был построить туалеты для туристов, то он что, сейчас решит все политические вопросы? Мне похлопали, кто-то похлопал, а кому-то это очень сильно не понравилось. Но на мой вопрос не ответили. Так что вот так вот, друзья. Роберто Нуццо. Он вообще встал и ушел, когда приехал Алемано. Вот где он сейчас, я не знаю. Сейчас пойду его искать. Это бывший мэр Рима. Он теперь у нас занимается социальными работами. Я потом чуть попозже об этом расскажу. В общем, это бывший мэр Рима Алемано. Роберто встал и вышел. Он его видеть не может. Но это вот, знаете, засланные казачки. Потом вам расскажу об этой серии, чтобы развалить полностью движение. Алемано даже не дал возможность задать ему вопросы некоторые. Сейчас они говорят про частную собственность, что у нас хотят забрать частную собственность. Будет, как только перерыв, я хочу здесь отдельно снять репортаж по поводу того, что говорил Алемано. Sono una giornalista federale russa e sono da guida turistica, guida di Roma e del Vaticano, questo è il mio patentino. Sono autorizzata da 1999. C'ho due lauree, la mia prima laurea in medicina, ho fatto l'accademia di Mosca, sono ex epidemiologa. Però la mia domanda è che vorremmo fare, siete tutti romani qui? No. Allora, come se qui prima c'era Alemano, professore, per lei è una domanda. Lui è diventato il sindaco nel 2008 e dopo c'era il suo successore Marino. Ma
Roma, io non voglio superare le regole di delicatezza, però quando c'era arrivato a Roma è diventato semplice. Sporca. Prima non era così. Ah, dopo era anche peggio. Roma è una città incredibile, sono molto orgogliosa che da 25 anni faccio questo mestiere. Però è da vergognare. E grazie a mia mamma è successa questa cosa. Poi l'altra cosa, probabilmente non è, diciamo, per persone, per romani importanti, però per tutti i miei mestieri, sì. I bagni. A Roma mancano bagni. Allora, arriva un gruppo di turisti, 50 persone, 100 persone, non c'erano i bagni. E noi siamo andati da Alemanna nel 2010 per chiedere cortesia a costruire questi bagni. Capisco, forse non è che piace a tutti, però è la verità. È la verità. E lui, abbiamo bloccato lui, abbiamo chiesto questa cortesia, risolvere per le problematiche dei bagni, e non è stata risolta. Diciamo, un politico, la domanda, solo la mia domanda, io vorrei che questo è il mio messaggio, arriva lui, perché nel 2010 abbiamo bloccato lui sul Campidoglio e abbiamo chiesto questa cortesia, bagni, si può risolvere? E non è stato risolto. E un signore, un politico, che adesso è stato pure, diciamo, sta facendo lavori sociali, c'ha obbligo di dimora, mi sembra di dire, ma per questo non importa, però che non è riuscito a risolvere i problemi di bagni a Roma per i turisti, adesso in altezza risolvere qualcosa, diciamo dal punto di vista politico. La domanda, la mia domanda. Grazie mille.